день, когда пьешь этот чай, пожалуйста, будь дома. Заваривай такой чаек с утра.
Еще очень вкусно пить его с финиками. А вечером обязательно прими для хорошего сна ароматную ванну. Можно, конечно, пену использовать. Я тебе предлагаю использовать бомбочки. Смотри, какие красивые бомбочки. Здесь в наборе их 6 штук. Сейчас покажу. Вот такую коробку с бомбочками очень хорошо даже кому-нибудь подарить. Это прекрасный подарок. Посмотри, какие здесь бомбочки. Они все разные. А запах какой. Вот эти бомбочки можно даже использовать как ароматизатор в ванной комнате. Они так прекрасно пахнут. Каждая бомбочка имеет свой аромат. Берешь вот такую бомбочку, кидаешь ее в воду, в ванную, и вода окрашивается в яркий цвет. Все помещение ванны наполняется прекрасным ароматом, а ты лежишь такая в воде.